Всем привет, с вами Виктор, и мы начинаем делать обзор моих милых котят пушистых. На самом деле у них она лысая. Вот такой вот канадский сфинкс. Лыжала. Ну давай. Где они? Это вот Персия. Персия. У нас осталось только два котят, мы остальных продали уже. Три было мальчика и две девочки. Пацанов они... всех уже, да? Да. Разобрали. Остались самые красивые девчонки, самые да. ласковые, самые нежные. Да, и вообще наши котята были разноцветные. Самые мурлычные. Персик, да. Персик похож на лисичку. Да. Мордочка такая, глазки. Это где? Еще сейчас покажу вам Муру. Вот она. Мурка. Вот она вот и выиграет. А Мурку так назвали, потому что она громче всех мурлыкает. С самого первого дня практически. Не, я просто... Она так красиво выглядела, что я решила ее назвать Мурка. Вот, и из-за этого она первой начала мурлыкать. Причем громко, как Фред, наш кот. Мы думали, что он наш... Что он их папа. Потому что самое прикольное, что их мама не ложится на спинку. А котята, Очень любят она... спать на спине, как Фред. Да, Фред тоже наш валяется на спине. Хотя Фред просто друг семьи. Да. Я думаю, что он их папа. Кстати, смотрите, он все время... они не боятся, когда я делаю вот это. Видели? Да они ждут поиграть скорее с лазером. Высоко сможет прыгнуть? Нет, думаю, что нет. Вот так, прыгай. Давай, Персия, помогай. Ну, прыгай. Мур, прыгай. Мур, красавица такая. Если честно, я даже не знаю ее, что говорить. Вот, Персия пришла на помощь. Вот тебе тут говорить, смотреть надо на эти красоты. Вот, вот, такие прикольненькие. Эй, котята, смотрите, можно? Вот, лазер! Персия вообще... тут зависла. Мам, покажи, где лазер ей. Она все пытается ей. Сейчас я выключу свет, ей станет виднее. Ну, в общем, это веселье может продолжаться без конца. Да, им никогда не надоедает бегать за лазером. Да, у нас вообще уже час ночи. Давайте, все, всем пока, спокойной ночи. Да, надеюсь, вам понравилось это видео. Всем приятных снов. А когда у меня будут лысые котята, я сделаю тоже о них обзор. Хорошо, договорились, пока. Рассказывайте об этом видео друзьям, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Лайки. Уже запуталась.